Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, канал «Деньги в интернете». Все мечтают зарабатывать деньги, не вставая с дивана, и иметь возможность путешествовать без привязки к работе. Так вот, мечты легко могут стать былью. Несколько лет назад никто бы не поверил, что можно зарабатывать в интернете. Сейчас же все больше людей уходят в сеть на заработки. Наша задача – рассказать таким людям, какие у них есть возможности. Именно поэтому речь сегодня пойдет о работе администратором группы ВКонтакте. Такой способ заработка станет не только приносить деньги, но и доставит массу удовольствия. Рассмотрим все по порядку. В чем суть профессии администратора группы? Каждый день мы просматриваем разные статьи, социальные сети, интернет-магазины и другие веб-ресурсы. В такие моменты нас легко увлечь какой-нибудь рекламой товара или услуги. Этим занимаются профессиональные люди, создающие свой бизнес в интернете. Администраторы занимаются тем, чтобы привлечь ваше внимание. Это как раз тот профессионал, который базируется на рекламе в интернете и продвижении услуг. Согласно статистике, ВКонтакте является одной из самых популярных социальных сетей. Следовательно, стать администратором будет достаточно выгодно. Обязанности администратора группы ВКонтакте. Администратор – это человек, отвечающий за создание группы, ее оформление и наполнение контентом. Как бы хорошо ни выглядела группа, ее необходимо продвигать. Этим также занимается администрация. Чтобы стать админом, необходимо быть общительным, быть всегда в курсе новых трендов, знать потребности основной аудитории группы, быть оригинальным, придумывать что-то новое, тем самым привлекать новую аудиторию и давать проявлять активность старой, знать основы рекламы и маркетинга, ежедневно уделять достаточно времени на работу с группой, регулярно обновлять ленту новостей, придумывать конкурсы, акции и опросы, отслеживать комментарии и периодически их чистить от спама, устраивать различные мероприятия. Администратором может стать любой человек, хоть ребенок, хоть пенсионер. Ведь групп бесчисленное множество на различные тематики, следовательно и под разные возраста. Главное это желание и немного свободного времени. Сколько зарабатывает администратор группы? Заработок может варьироваться в зависимости от умений администратора, таких как профессиональные навыки, количество времени, затраченного на работу, наличие портфолио и количество обязанностей. Чем больше вы развиваете свой сайт, тем больше он приносит прибыли. В среднем это 30 тысяч рублей. Каким работодателям нужен администратор? Каждый уважающий себя предприниматель должен иметь сайт, чтобы люди могли ознакомиться с его услугами, не выходя из дома. Сделать сайт достаточно легко, а вот оптимизировать его уже сложнее. На каждом сайте есть ссылки на социальные сети, и их тоже не стоит обходить стороной. Открывая свой бизнес, предприниматели не должны забывать про все ресурсы для рекламы. А социальные сети как раз таки крупный канал для продаж. Поэтому им требуются знающие люди, в связи с чем они готовы платить каждому, кто знает толк в раскрутке. Только подумайте, сколько таких предпринимателей. И практически каждому нужен администратор. Нужно ли иметь образование при работе администратором группы? Как мы уже говорили, достаточно желания и умения пользоваться компьютером. Специального образования не требуется. Если вам недостаточно денег с вашей группы, не стоит ограничивать себя только в администрировании групп в социальных сетях. Ознакомьтесь с курсами по SMM и маркетингу. Это обязательно вам пригодится в будущем. Что касается курсов и сертификатов, то в интернете достаточно много различных сервисов и школ, которые предоставляют такую информацию. Насколько нам известно, помогает в этом нетология. Подведем итоги. Чтобы найти работу администратора, посмотрите все популярные сайты по поиску работы, а также все сервисы по фрилансу. Обязательно проверьте и социальные сети. Там часто можно встретить объявления о поиске интернет-сотрудника. Во многих группах даже есть специальные разделы, где написано «требуется», «вакансии», «вакантные места», «ищем сотрудников» и так далее. Главное искать и не опускать руки. На этом все. С вами был канал «Деньги в интернете». Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайки и делитесь им с друзьями. До новых встреч, дорогие друзья!